Внимание, внимание, порция трэша Камеди Зон. Здорово всем, братва, с вами проф. Я вообще не блогер, но вот сегодня я, короче, становлюсь, теперь пишу себе видос. В общем, ребята, что я хотел вам сказать. У меня сегодня, короче, не день рождения, но я просто так решил по приколу записать этот видос. В общем, мне сегодня исполнилось бы 21 год, если бы и мне уже не было 21 год. Я вот, это вот мой канал, профи, видите, вот на экране. В общем, что я хотел вам рассказать, ребята. Не было у меня вот недавно дня рождения. Я вот, значит, вот мой телефон, он вообще неплохой телефон. Но сегодня, в честь моего обычного дня, я купил себе iPhone 8 Plus на 64 гигабайта. И вот что вы теперь думаете, кем я теперь стану? Конечно же, мать его, вашу блогером. Я просто обязан снимать видосы на этот охуенный iPhone 8 Plus. Он просто шикарный. Денег, конечно, он стоит просто неебических. Это целый, блять, не знаю, сколько там ваших этих российских рублях. Наверное, 1060 или 70, я не знаю, блять. В общем, iPhone — это крутой, камера у него супер. Я вообще не хотел писать этот видос, просто я решил протестировать там камеру, там звук, как он вообще пишет. Вы не обращайте внимания, у меня тут немножечко беспорядок, вот. Поэтому, что я хотел вам вообще сказать, ребята, нас уже много достаточно на канале. Не, давайте посмотрим, вот у нас тут канал, да, тут видосики там разные, там вот, там делаем там куст на вампире. О, ребята, почему так мало лайков? Почему так мало? Где лайки? О, ноль дизлайков, Господи Иисусе, ноль дизлайков. Что ж так мало-то, всего-то мало лайков-то, дизлайков? Давайте лучше почитаем комментарии. Так, зайдем на вот этот видеоролик, где тут видеоролик, где тут подготовил. Посмотри, как проф один играет на маге. Он уж точно демона берет не после 20 уровня. Ой, черт возьми, это же не мой канал. Господи, чей-то это канал. Не знаю, надо закрыть срочно. Закрыть его. Так, что тут у нас еще есть? О, 500 рублей донатов, вот это да, Сиплакс, конечно, вообще сверхчеловек, спасибо за донат, Сиплакс, мать господья. Идем дальше, значит, ребята, что я хотел вам сказать. Ой, у меня тут чисто случайно на столе оказалась еда, вот смотрите, значит, это пародия на картошечку, значит, из города Харьков. Называется эта картошечка, называется жаркое. Это картошечка с мясом. Нигде такое не увидите, просто смакота. Просто смакота. Я эту картошечку ем на завтрак, обед и ужин. Всем советую, картошечка просто шикарная, просто шикарная. А еще она продается у меня в магазине под домом. Вот, этот магазин называется... Я не буду говорить вам, как называется этот магазин, чтобы вы не вычислили меня вообще по моему магазину под домом. Неважно, как он называется, просто картошечка там шикарная. Приезжайте все в Харьков, покупайте эту картошечку. Вообще магазин суперский, картошечка у них просто шикарная. Вот здесь еще у меня есть, как это называется, капусточка у меня есть, но капусточку я не могу открыть, у меня жирная рука, второй рукой я держу свой офигенный iPhone 8 Plus, на который я снимаю этот тестовый видеоролик. Смотрим качество камеры, просто шикарное, там вот это, все тесты я записываю для вас. Вот, идем дальше, давайте возьмем салфеточку, чтобы как бы после шикарной картошечки из города Харьков. Ой, черт, я уронил картошку на свой iPhone 8. Что я вообще забыл вам рассказать, ребята, вот этот аппарат достаточно неплохой аппарат. Это у нас Sony Ericsson K550, я раньше пользовался. Он вообще как бы не мой, но вообще хороший телефончик, я там снимал. У него камера 2 мегапикселя, у него, мать его, вспышка, это для этого телефона это просто что-то невероятное. В общем, ребята, что я еще хотел вам сказать. Значит, мы провели у нас инспекцию. Да, значит, давайте посмотрим на экран. У нас тут на экране заходим аккаунт, значит, мой аккаунт. Заходим в мой аккаунт, да. Нажимаем, короче, творческая студия. Сейчас на паузу поставим видосик, чтобы не слышать какого-то молодого человека, снимающего Prime World. Заходим в видеоролики.
Парни, ни в коем случае не покидайте этот канал, потому что смотрите, что здесь. Здесь у нас мы видим кучу видеороликов, да, там всякие разные, там с тематикой, там туда-сюда. Короче, вот самое главное, ребята, Авиатор, Асур и Жаба. Вас ждет целых 3 новых видео. Я случайно нажал кнопочку стоп-записи, не обращайте на это внимания, ребята. Значит, у нас здесь 3 видоса, целых 3 видоса. У нас тут Жаба, у нас тут, блядь, что-то нет, короче. Вообще там классные видосы, так что ждите эти видосы, очень крутые. Подписывайтесь там на канал, делаем там, короче, крутой контент вообще, Вася. Скоро я, короче, стану видеоблогером, буду выкладывать для вас офигенные видосы. Будете, короче, смотреть, как я там снимаю там самолеты, там вертолеты свои. Я же праймер, я же успешный человек. Я вообще снимаю видеоролики по Prime World. Поэтому вы увидите, короче, как я переезжаю на свою трехэтажную виллу на своем личном самолете. Ну, а на этом, ребята, все, короче. Я думаю, что вы все в шоке с того, какая здесь картошечка, просто картошечка, объедение просто картошечка, поэтому, ребята, подписывайтесь на черт, я уронил на клавиатуру в картошечку, в общем, подписывайтесь, ребята, на канал, с вами был Дима, Саша, проф, все, всем, короче, парни, короче, пока, давайте там, до встречи, наберете, блядь, я руки пошел мыть.